О, здравствуйте, Олимпийский! Эй, привет! Я Газманов, хоп! Давайте я спою «Ай-я ясные дни!» Оставляю себе! Ай, хмурые дни! Возвращаюсь у тебя! Хоп! Хоп, Олимпийский, лови меня! Они явно пришли не на мой концерт, это все, что я могу сказать. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что у нас сегодня с вами очень важное задание государственной важности. Сидел я как-то дома, и мне, в общем, раздался звонок на телефон. Я взял телефон, говорю: алло, кто там? Мне говорят: здравствуйте, Сергей Халье. Я такой: да, это я автографы на сиськах больше не раздаю после того случая с любовником. Он такой: нет, нет, погодите, неважно. Мы, говорит, не по этому вопросу. Вас беспокоит мистер президент. Я наслышан о вашем братстве чая, и говорят, что там состоят лишь самые крутейшие мужики на планете. Я такой: да, это чистая правда. И пусть первый бросит меня женские трусы, кто считает, что это ложь. Он такой: именно такого ответа я и ожидал от вас. Я хочу нанять вас, чтобы вы и ваше братство чая сопровождало меня на самых важных мероприятиях и хранило мою жизнь. Я такой: без проблем, мистер президент, будет сделано. Он такой: все, завтра жду на работе. Я такой: все, отлично, давайте, буду. Ну и, друзья, я рад, что вы все пришли, потому что прогуливать первый рабочий день – это неправильно. И, конечно же, вы все взяли с собой ваши личные бронежилеты. Что, говорите нет? А я вас не предупредил. А, ну, да ладно, вас сегодня никто не попадет, я уверен. Я тут пасьянс на картах разложил, только дорога в казенный дом, больше ничего не вижу. Пуль нет. Вот, но в следующий раз обязательно возьмите. Ну, а перед тем, как приступить к построению карьеры телохранителя в игре под названием «Мистер Президент», поднимем бокалы и выпьем за то, что если уж пули входят, то пусть и выходят. Ну, в общем, вы знаете, каким местом их ловить. Давайте, вы же профессионал, ну... О! Ну все, ручки размяли, сели поудобнее, друзья, и вперед! Но перед тем, как подойти к стене, как просит нас надпись внизу, мы с вами осмотрим наше жилище. Мы живем в квартире-студии, очень классная, кстати говоря. Единственное, что мы какие-то бедные, пустые коробки, шкафы не по фэншую, старое радио, лакированные башмаки, это хоть что-то, диван. Не хватает телека, компа, да, вот чего-то развлекательного не хватает, ну и, конечно, стиль такой... дерьмовый. Однако мне нравится, что свет так поступает. Только надо какие-то занавески такие механические сделать. Жалюзи. Вот. И, конечно же, здесь есть изображение Трампа с его голыми сосками. И, будь моя воля, я их облизал бы, но, походу, разработчики не завезли такого функционала. Поэтому начинаем, друзья. Начинаем. Подходим к стене. Видим вот эту штуку, вырезку из газеты, да? Click to start. И вперед. Итак, первое, что мы сразу видим, это объяснение управления. Еще впереди президент. Президента мы видим с лазерным указателем прямо у него на груди. Ну, это, как говорится, первый президент комом, да? Сначала надо разобраться с игрой. Итак, передвижение понятно. Зажмите правую кнопку мыши для слоу-моушена. И действительно, смотрите, мы можем включать замедление свое. Так, еще мы можем делать дайв. Забавно выглядит. И другие клавиши для всякого другого дерьма. Спаси Трампа. Хорошо, это наше первое задание, друзья. Я вспотел как никогда. Полностью обрил наголо, но это не помогает. Все равно пот выступает. Изо всех щелей еще жмет костюм. Немного растолстел я. Так, давайте найдем меню. Ага, геймплей. Капоэра кик, хип-хоп дэнс, виктори поуз и бэкфлип. Вау, КПР кик, видали? Слушайте, у меня так алкаши делают у подъезда. Я думал, что они совсем уже с будуна долбанулись, а они, оказывается, КПР и занимаются. Победная поза. Вот такая. Сиська тряс. И у нас есть... Ага, Газманов называется это. О, здравствуйте, Олимпийский! Эй, привет! Я Газманов, хоп! Давайте я спою «Ай-я ясные дни!» Оставляю себе... Ай, хмурые дни! Возвращаюсь у тебя! Хоп! Хоп, Олимпийский, лови меня! Они явно пришли не на мой концерт, это все, что я могу сказать. Давайте, ладно, давайте спасать президенты и вперед. В принципе, все ясно. О! Я полежу тут, мистер президент. Под нож! Нет, не получилось. Давай, защиту! Вот так! Все, видали, вот это вот технично сработано. Как я отвлек снайпера, да, он не понимал, что происходит, и потом технично спас президента. Мистер президент, пожмите мою руку.
О, какой сильный рукопожатие, мистер президент. Вы похожи на смесь Ельцина и Дональда Трампа. Slow motion зажать. Так, и чё? Нет, я домой. Нет, я такую работу не подписывал. Прыжок! О, как профессионал. Чёрт, мистер президент. Мистер президент, нет. Как, снимайте меня. Как я выглядел. Какая поза была. Мистер президент, здравствуйте. Мистер президент. С пятки слишком высоко прыгаю так. Да. Надо, тут как-то надо, вот, может быть, вот так вот. Слушайте, ну он просто, блин, его убили, я не знаю. Ай-яй, ясные дни. Ловите, олимпийский. Нет, все же это не мой концерт. Еще. Во! Спас его, смотрите, я молодец. Вам не больно, мистер президент? Смотрите на его ноги. Вы прекрасно танцуете, мистер президент. Я думаю, что это не для камер. Расходитесь, здесь не на что смотреть. Расходитесь. А, поймай пулю. В этот раз надо поймать пулю, понятно. Изи вообще. О, слушайте, а что если я сделаю просто вот так? Не получилось. Надо просто сбить его, это проще простого. Уже вы, мистер президент? Я спас его. Ему просто задело по подбородку. Все в порядке. Все в порядке. Ого, разбей стену, было написано. О, мистер президент, я здесь уже. Так рука же только, рука. Я здесь, мистер президент. Так, надо как-то вот сюда вот. О, я вообще улетел нахер куда-то. Что за бред происходит? Слушайте, нам стреляют просто из танка. Судя по тому, как отлетает мистер президент. А я за ним просто пролетел. Давай. Я просто сквозь него пролетел, а должен был его сбить. Игра, ты выкручиваешь мне яйца, так не должно быть. Мистер президент, вы что, тупой что ли? Ну, у вас грозит опасность. Ну, где он там вообще стоит? Его не видно. Вот. Есть. Я спас, какая подсечка. Все, отлично. Трамп избежал пули, друзья. Президент спасен. А, все. А, это была типа как первая глава. Вау. Комната изменилась. Здесь какой-то человечек и мистер президент, написано, какой студии сделано. А, еще везде начали валяться бабки. На замок был или появился только сейчас? А что это за статуэтка? Я могу ее взять или? А, так. Короче, Рам подался в рестлинг, и мы должны, ну, видите, что сделать. Так, хорошо, давайте. А ну-ка, поехали. Опа! О! Отлично! Это какие-то бонусные уровни, как я понимаю. И да, я выполнил. У меня уже группа фанатов появилась. Такие крепкие ребята, я даже разбился о них. Так, ну-ка. Так, надо попасть. Может быть, прямо отсюда прыгнуть, как думаете? Есть! Так, следующее. Следующее. Это что такое? Побежали. А ну, Трамп! Все, и у нас появилась другая статуэтка. То есть это мы выполнили, потом можем выполнить это. Будем там между главами делать эти задания. Не знаю, зачем они нам. Так, ну и пошли во вторую главу. Там должно наверняка что-то измениться. И вау, реально поменялись декорации. Еще здесь сыпятся деньги и... Да, и нам надо его спасти. Так, давайте, задание тоже вперед. Мистер президент! Ну чё вы стоите, дурак что ли? Я могу взять зарплату? Спасибо. Не, пожалуйста. Ловите олимпийский. Попасть в Трампа очень тяжело. Он какой-то... Он вроде бы и толстоватый, и не толстоват. Я в деньгах получше покупаюсь. Присоединяйтесь, мистер президент. Кстати, почему не работают другие агенты? Почему только я один? Все, я его спас. Ну, я молодец. Слушайте, я заработал все эти деньги. Следующая сцена. Что тут такое? Да ладно, мы должны... Мы должны спуститься и... Успеть его спасти. Все, сейчас сделаем, все. Прыжок. Вставай, давай быстрее, президент. В опасности, прыжок и... Мистер президент. Ну как я мог промахнуться-то, а? Президент в опасности. Кто сделает Америку снова великой? Или какой у него там слоган? Ой, боже, у меня протезы надо новые. Я, кстати говоря, застрял, не могу встать. О, все, встал. Поздновато, конечно, но... Давай. Где я?
Меня выплюнула текстура в другую текстуру и... Я не знаю, какую сальтуху сделаю. Так. Вот! Что? Что? Это что? Слушай, ну если ты так будешь... Если так дело пойдет, я тебя спасать не буду. Это что такое было? Вот, смотрите. Ну, вот сейчас-то... Все. Ого, это было близко. Действительно, снова танцую. Ну, до чего жизнерадостный президент у нас? То есть, у них. Бомба! Место президента! Бомба! Ну, хотя бы парик спас. Так, точно, бомба. Но надо как-то отбивать бомбы или инструкции, что ли, дали бы. Да. Во-во-во. Все нормально, вставать. Вставай, вставай. Мистер президент, все в порядке. Спасибо, спасибо. Поднимайтесь, ну, люди же смо... Мистер президент, ну... Ну, сказали же не пить перед выступлениями, ну... Ну, господи, мать вы... Вы какой-то ватный мистер президент. Ну, вы куда, вам помочь давайте? Ладно, давайте дальше. Так, а тут что? Мы еще можем... Понятно. Мы можем, оказывается, еще ползти. Быстро, мистер президент, все! Ой, господи, как прос работал. Не трогайте президента, ему еще страной управлять. Так, тут что такое? Стулья теперь, деньги мешают. Ну, хотя деньги никогда не мешают. Так, о, да что, боже мой, кто поставил эти деньги сюда? Но я не могу, они меня отпускают. Мысли о новом Феррари и куча кокаина. Мешает мне сосредоточиться на работе. Еще раз, просто прыгаем в деньги. Это мой план. И отдыхаем. Слушайте, ну это бред, серьезно. Надо как-то вот сюда, в уголок. Давай, 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 вставай. Вставай. Ну, президент в опасности. Не время, не время. Давайте как-нибудь... Во-во-во-во-во-во-во. Вставай. Вставай, вставай. Быстрее, вставай. Ну, я уже здесь. Мистер президент. О! Просто, блин, как я был близко. Как это нелепо смотрится. Я уже спускаюсь. Одна нога здесь, другая там, мистер президент. Какие ступеньки. О, господи. О, какой массаж. Во, вставай, вставай, вставай. Давай. Вот это профессионал. Нет, не вставайте, мистер президент. Все нормально, вставайте, вставайте. И мы прошли с вами очередную главу. У нас стало еще больше бабок, появился виски дорогой. Не одна бутылка. Почему-то мы подпираем дверь все больше и больше. У нас стулья, коробок, по-моему, больше стало, да? Какой-то еще алкоголь, это и моющее средство. Так, давайте вот за этого лысого сыграем. Так, тут что надо сделать? С лестницы его. А я могу по ней подняться? Так, я готов. Прыжок. Есть! Точно в цель! Так, теперь следующее. Поднимаемся. А где он? А, во, я просто залез. Есть! Слушайте, я профессиональный рестлер. Нет, 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 нет! Так. На! Красиво, как получилось-то. Так, еще одно задание. Так, надо только замедление. Все. О, да, вот это падение. И все, мы с вами выполнили еще одну фигурку. Появилась, кстати говоря, еще одна, и мы потом ее сделаем. А сейчас отправляемся на третью главу. На третью, вперед, так надо только глотнуть. Чего? Бочки? Мистер президент, я бегу! Я бегу, лучший сотрудник! Уже здесь! Флаг, ты цел? Слава богу, флаг! Мы все переживали за тебя. О! Красавчик! Все, президент жив-здоров. Замечательно. Следующая миссия. Президент наверху. Так, надо как-то... Во! Вот это про! Вот это я дал! Так, теперь тут что у нас? Так. Что? Это... Тако или буррито? На! Пошел, мистер президент! Теперь сюда! Давай, давай! На! Черт! Я не знаю куда его!
Вот, все, мне кажется, мы его выкинули, он теперь будет спасен. Туда же не упадет Бурито? Че, упала Бурито туда? Так, мистер Трамп, осторожней. Уходите, гигантский Бурито. А, все, мы его спасли, только два. Фух, я подумал, что будет падать третий. Так, дальше, что опять? Боже, ой, тут надо прыгать. Так, давайте спасем эти чертовы мексиканцы. Хотят сорвать постройку нашего великолепного забора. А, давай, 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 давай. Оба, раз, два. Раз, два. Раз, два. О! Это намного тяжелее, чем кажется, поверьте. Управление просто чудовищное, но здесь оно такое Ну это вообще нормально, я не понимаю. Алло, президент. Давай, Трамп, ты что, пригнуться не можешь? Я ж тебе кричу, Трамп, пригнись! Пригнись! Ну, наконец-то, господи, наконец-то мы твои дебильные ноги подкосили, боже мой. Прям как приклеенный был. А, все, мы прошли еще одну главу. Третья глава, друзья. Ну, это, конечно же, время для третьей фигурки. Давайте посмотрим изменения. Я не помню, было ли это здесь, но... Смотрите, теперь дверь заколочена. Да, и коробок стало больше. Да и загажена стена стала, да, этого точно не было. Чё мы за хатой-то не следим? О, по-моему, коктейль добавили. Так, ладно, давайте. Третья фигурка. Так, снова лестница, да? Это я уже умею. Есть! Все, замечательно. Дальше. О, чуть-чуть промахнулся. Что он делает? Ну как бы, я не знаю. Трудно, честно говоря, понять, что он делает, и как-то не особо и хочется. Есть! Мы это сделали, боже мой. Так тут вообще просто. Так, а если я с прыжка пинок сделал? Я пнул его! Ой, боже мой, да ладно! Так, и вот так вот, все, все, я выполнил. Появилась еще одна фигурка, друзья, это не все, и есть у нас еще одна глава. Наверное, на этом мы закончим наше... Вау, как я высоко прыгнул. Это вообще законно? Че за бред? В общем, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Вау, кстати говоря, у нас ствол появился. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии по поводу данной игры. Хотите ли вы увидеть продолжение этих безумных спасений мистера президента? У нас есть канал на Твиче, там проходят прямые трансляции. Группа ВКонтакте, группа в Стиме, я ВКонтакте. Плагины автоматического уведомления и второй канал на Ютубе. Все ссылки в описании под видео. Не хворайте, не болейте. С вами был Сергей Хелье. Всем пока.